Преобразование городской среды обсудили в рамках первых больших дизайн-выходных в Самаре. Крупнейшее событие года объединило более 1000 специалистов из России и ближнего зарубежья. В дискуссии на площадке о развитии города приняли участие глава региона Дмитрий Азаров и заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. В рамках открытого диалога в том числе обсудили и реализацию приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды.